Дагестан начинает готовиться к выборам. 10 октября жителям республики предстоит избрать 510 глав муниципалитетов. Об этом заявил глава региона Магомед Салам Магомедов. В единый день голосования планируется провести более 1000 муниципальных избирательных кампаний, в том числе по выборам глав 8 районов и 2 городских округов. В этот же день пройдут выборы депутатов представительных органов 30 районов и 6 городских округов. По словам Магомедова, избирательная комиссия уже приступила к подготовке к выборам.